Добрый вечер, приветствую вас в программе «По-русски с немецким акцентом». С нами на связи сегодня в Москве журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Приветствую, Кирилл. Здравствуйте. Кирилл, вы все эти недели следили очень внимательно за этой ситуацией. Вы сами говорили, не были на демонстрациях, но вы туда кучу своих сотрудников отправляли, как бы, то есть вы в центре события. Что сейчас происходит? Настолько это для власти опасно, что происходит? Вы знаете, ну, во-первых, вот что касается сотрудников, то это новое для нас ощущение, и для меня, и для более старших коллег. Мы вынуждены своих корреспондентов отправлять в свой собственный город, в центр Москвы и в центр Петербурга, как будто мы их собираем на войну. Но только бронежилетов и касок не хватает, а так от нас полиция, и мы сами понимаем, что будет дальше происходить, полиция от нас требует, чтобы журналисты не только были в жилетках, носили бейджики пресса, но еще и имели множество документов дополнительных, которые как бы разрешают им работать на этом митинге. И тогда у журналистов, если им повезет, меньше шансов быть задержанными и избитыми наряду со всеми остальными гражданами России. И это очень тяжелое ощущение. Это ощущение того, что ну, вот мы живем в таком оккупированном, внезапно откуда-то взявшимися войсками, городе, где просто находиться небезопасно, потому что полицейские силы совершенно себя ну, варварски ведут и развязали на улицах просто настоящее насилие. Что происходит, насколько это опасно? Очень тяжело давать прогнозы о том, будут ли протесты дальше, будет ли эта эскалация. Сейчас люди, огромное количество людей находится, сотни людей находятся, может быть, тысячи людей находятся под арестом. Находятся они в переполненных тюрьмах. Ну, вот, московская инфраструктура и инфраструктура в других городах, она не была рассчитана на такое количество арестованных. Их нельзя, понятно, этапировать в тюрьмы, потому что они находятся по административным срокам, там 10, 15, 25 суток под арестом вот таким временным, и они находятся в переполненных камерах, они там по полсуток ждут своей очереди для того, чтобы их завезли в эти административные тюрьмы в каких-то рейсовых автобусах, где запертые в них, да, где у них нету, понятно, ни еды, ни воды. И эти люди, они вот скоро, те, которые были арестованы после первого митинга, они начнут выходить, и, конечно, и для этих людей, и для их семей, и для их друзей совершенно ясно, что, ну и для всем, кто им вообще сочувствует, что мы должны как-то пересматривать свое отношение с государством российским. Потому что ну, до последнего момента считалось, что российское государство, там, конечно, не совершенно коррумпированное и так далее, но у нас есть какое-то подобие, как любил один наш известный автор в России Александр Аузан говорить, у нас есть какое-то подобие общественного договора, в рамках которого, ну, условно говоря, они воруют, как бы, и нас не трогают. Ну, а мы, в общем, ничего не можем с этим сделать. Хотя, может, нам это не нравится. Вот, сейчас вот эта вещь вся разрушена, они хотят оставаться у власти вечно. Народной поддержки у Владимира Путина больше нету такой, которая была еще несколько лет назад. Связано это с событиями прошлого года, с коронавирусом, с экономическим кризисом и с тем, как президент себя повел, и с тем, что государство людям, в общем, особо не помогло в этих условиях. Вот. И вот эти люди выходят, да, из тюрем, и мы просто понимаем, как ну, растет такое, как бы это сказать, такое ну, новое чувство к государству. То есть это все больше людей понимают, что государство специально существует для того, чтобы сделать нашу жизнь в нашей собственной стране невыносимой. Вот то государство, которое было построено Путиным и его друзьями. И из этого, что из этого следует? Что даже если сейчас протесты пойдут на спад, как рассчитывают власти, потому что все испугаются, шанс на это есть. Люди, понятно, они не хотят оказаться в этих тюрьмах, они не хотят лишиться работы, все это происходит на наших глазах, все знают, какие бывают последствия за мирную акцию против режима Путина в современной России. Но люди этого не забудут, мне кажется. Вот то, что сейчас происходит, это такое оскорбление народу и обществу, которое останется. Сколько бы теперь Путин ни находился у власти, его власть будет, на мой взгляд, держаться исключительно на дубинках, штыках и насилии.
Это довольно сильно напоминает то, что произошло с Александром Лукашенко, пока масштаб такого общественного обвала и противостояния между обществом и вооруженными людьми, которые себя называют государством, у нас ниже, чем в прошлой осенью в Беларуси, в Минске. Но мы движемся в направлении этого сценария. Я не исключаю при этом, что митинги могут продолжиться и что они будут идти по нарастающей. Почему? Ну, мне кажется, очень то, что самое важное, что сейчас в этом смысле происходит вокруг митингов, это создание новых абсолютно для России институтов солидарности, которые тоже вдохновляются опытом белорусского общества, когда, скажем, самые, ну вот два примера я приведу, мне кажется, они очень важные. Врачи российские сейчас создают группы волонтеров, которые будут помогать людям, пострадавшим на митингах. То есть оказывать им первую помощь, они, эти врачи будут выходить тоже как обычные граждане России, сталкиваясь с риском насилия и тюремного срока, но при этом их задача не кричать лозунги, а помогать протестующим. Студенты юридических факультетов, совсем молодые люди, 20-летние, они запускают сейчас акцию о том, что они готовы защищать, у них достаточно квалификации, чтобы выходить в эти судебные процессы по арестам и задержаниям и защищать людей, потому что адвокатов не хватает. И вот эти вещи, они, мне кажется, создают противовес этому государственному насилию, новый образ будущего общества, гражданского общества для России. Кирилл, я вчера смотрел телестанцию «Дождь», и там показывали две девушки, достаточно молодые, которые рассказывали о пытках. Одна рассказывала, что ей полицейские надели там пластмассовый пакет на голову, что ее угрожали, что ей угрожали, что электрошокером ее будут там мучить, и ее запугивали, что там ее сестру сейчас убивают в соседней камере, что она там стриптиз танцует. То есть я был просто в ужасе, когда такое услышал. Хотя я в России, конечно, это... То есть не то, что такого никогда не было, но как сейчас все-таки кажется, что это выходит за рамки. Какие у вас есть сведения, какая у вас есть информация о таких пытках и о таких издевательствах над людьми, которые были задержаны? Ну, вы знаете, самая массовая пытка, я вот ее назвал уже, может быть, я не сказал, не обозначил, что это пытка, но я думаю, что именно так об этом стоит говорить. Человека хватают на улице, тащат в полицию. В полиции, он, понятно, там находится ночь какое-то время, дальше его нужно судить. И людям массово дают на конвейере, дают эти арестные статьи, как правило, на 10 суток. И вот пытка, она заключается в том, что у государства негде содержать, государство плохо подготовилось к такому мощному общественному движению. И, по всей видимости, государство само не готово было к таким репрессиям, которые оно сейчас развернуло. Пытка заключается в том, что этих людей, которые должны отбывать арест, их просто негде содержать. И ну, тут даже какие-то, в общем, аналогии напрашиваются с известными режимами в 20 веке, когда там у Пиночета его критики оказывались на стадионах огороженных, просто потому что их негде содержать. Мы до стадионов еще не дошли, но вот эта очередь из рейсовых автобусов, набитая стоящими людьми, которые ждут своего места в тюрьме, это образ актуальной России сейчас. И пытка заключается в том, что человек, который не совершил никакого преступления, его засовывают там после вот этой очереди в переполненную камеру, где он просто не может там нормально спать, например. Да? Это нормальная, настоящая пытка. Вот сейчас вы можете посмотреть фотографии из, в частности, легендарного такого места, это называется Центр временного содержания в Сахарово, в Подмосковье. Вообще этот центр используется как депортационная тюрьма. То есть там содержатся люди, которые ожидают депортации из России. Ну, как правило, трудовые мигранты, которые что-то нарушили или там, не знаю, взятку кому-то не дали, оказались в этом центре. Сейчас это Сахарово массово используется для содержания граждан России, потому что больше их содержать просто оказалось негде. И я думаю, что те условия, которые там есть и которые мы видим сейчас, они пыточные. На этом фоне совершенно не меркнут те вещи, о которых вы говорите. Это история о том, как на конкретных людей, как правило, молодых, у нас государство считает, что
ну, молодые люди, они какие-то такие слабые и гибкие, можно им промыть мозги, запугать. Это как бы довольно глупая иллюзия со стороны государства. Молодые люди у нас умные, они все прекрасно понимают, что происходит. Ну вот, в общем, выхватываются поодиночке какие-то студенты, да, и их отводят на допрос, понятно, это все ночью в ОВД происходит, без адвоката, там к ним применяют психологическое насилие, там к некоторым из них начинают применять физическое насилие. И я вот вчера буквально разговаривал со своим бывшим студентом, который не оказался на вот этом длительном административном аресте, но побывал ночью в ОВД и столкнулся уже там с применением физического насилия. Он говорит, что у него это, он участвовал в разных мирных акциях и до этого момента, но он говорит, что, конечно, сейчас все поменялось, и он и его девушка, которая тоже была задержана, они, в общем, столкнулись с таким психологическим, ну, посттравматическим синдромом, по сути. То есть он просто мне сказал, я не знаю, как, честно сказать, человечески на это реагировать, я вот могу это пересказывать в такой условной экспертной позиции, но понятно, что меня это самого страшно, страшно, не могу подобрать слово. В общем, я не знаю, как относиться к этим действиям. Да, его вот девушка, 20-летняя подруга моего бывшего студента, тоже, наверное, студентка, и мы с ней не знакомы, она просто там просыпается в слезах от кошмаров после того, как она побывала на мирном митинге в Москве, и после того, как она познакомилась с методами действий московской полиции. И важное, что все это, понимаете, все это происходит достаточно публично, скрыть этого не получается, потому что, ну, там интернет в России не заблокирован, понятно, что на телевидении мы об этом ничего никогда не услышим, но все те люди, которые следят за тем, что в России происходит, они знают, что происходит в этих тюрьмах и в этих полицейских участках, и мне опять же кажется, что здесь власти совершают, ну, такую грубейшую ошибку стратегическую, настраивая против себя тех людей, которые были раньше аполитичны и индифферентны. Потому что все-таки, да, мы живем в современном мире, Москва – это достаточно современный европейский город, крупные российские города тоже. И, знаете, уровень толерантности к насилию за последнее время резко снизился. То есть, ну, когда-то бить детей там было нормально для воспитания, считалось, да, сейчас понятно, что никто никогда себе публично не позволит сказать, что вот я там бью своего ребенка, потому что чтобы он там вырос настоящим там мужчиной, например, да. Семейное насилие, да, вообще все формы бытового насилия, они сейчас считываются как что-то совершенно неприемлемое. Ну, потому что другая культура, более современный мир. Мы живем в этом современном мире, а государство этого как бы не знает. Государство считает, что насилие – это отличный способ заставить людей себя уважать и бояться. Государство застряло у нас какой-то другой эпохи. И вот я думаю, что никто в России не согласится с тем, что нормально, когда полицейский пинает женщину в живот. Никто в России не согласится с тем, что студентам надевают на головы полиэтиленовые пакеты, чтобы, значит, они рассказали, там, как им платят какой-нибудь госдеп или еще какой-нибудь бред. И это вызывает волны просто негодования. И я уверен, что это вернется российским властям. Я пока не знаю, в какой форме это произойдет. Ну, давайте смотрим на Беларусь, потому что там тоже достаточно было издевательств. Там даже людей надолго сажали и все. И у меня недавно тут был Альфред Кох в передаче. И он тоже, он говорит, что сейчас увидит такая ситуация, что такие современные авторитарные лидеры, как Лукашенко и в том числе Путин, что они как бы уже спокойно высиживают эти протесты, что вот в Беларуси сколько там, может быть, 4-5 месяцев, да, это все ходило. И сотни тысяч были на улице, а Лукашенко как сидел, так и сидит. И настолько правдива эта точка зрения, что, мол, Путину там не холодно, не жарко от этого всего в Кремле или в бункере, или где бы он ни находился. Мне кажется, единственная причина, почему Лукашенко усидел на своем президентском кресле, заключается в том, что у него есть друг в Москве или друг в Сочи, где они с ним встречаются. Лукашенко находится у власти сегодня, в феврале 2021 года, исключительно по той причине, что у него есть российские деньги. Этими российскими деньгами принципиально залит весь государственный аппарат в Беларуси. И как только эти деньги кончатся, белорусское общество, разумеется, Лукашенко изгонит.
У нас нету пока такого, ну, во-первых, да, у российского государства огромные резервы, это вообще вещь, на которую стоит обратить внимание. Я не сравнивал со всеми странами мира, но мне кажется, Россия уникальная страна или одна из очень немногих стран, которая сумела свои государственные резервы в коронавирусный год, в 2020 году, удвоить. У нас было 7 триллионов, по-моему, рублей в фонде национального благосостояния в начале прошлого года, и к концу прошлого года там было 13 с чем-то триллионов рублей. То есть государство все это время, вместо того, чтобы помогать людям, копило деньги. Когда кто-то задается вопросом, зачем оно это делало, ответ очевидный: для того, чтобы в случае чего иметь подушку безопасности, чтобы платить всем полицейским, всем силовикам, ну и немножко какую-то копейку отдавать и бюджетникам, там, учителям, врачам, чтобы они тоже слишком сильно не волновались, зарплаты свои получали вовремя, если что, в зависимости от экономического положения. У Путина, в отличие от Лукашенко, нету друга. Ну, у Путина нету второго Путина, об этом много шутят в интернете сейчас. Есть какие-то фантасмагорические истории о том, что Путин в случае чего мог бы пойти за помощью к китайским товарищам. Но это совершенно, мне кажется, фантастический сценарий по многим причинам. И вот эта ненависть людей к власти, которая растет сейчас, еще раз это повторю, она в конечном итоге приведет к ситуации, когда, ну, Путину не к кому будет обращаться за поддержкой. Он уже поссорился со всем миром, и теперь вот те же методы, которые он использовал для того, чтобы вести переговоры с миром, как он это понимает, ну, то есть войны, аннексии, отравления и так далее, теперь эти же методы используются внутри страны. И это приведет к таким же результатам здесь. Просто, ну, то есть, и мне кажется, даже понятно, что будет достаточно катастрофический сценарий, что просто конкретно не какие-то там митингующие, а конкретно Кремль подталкивает страну к такой социальной и политической катастрофе. Как именно, в каком темпе это будет развиваться, и там не заморозится ли вся эта ситуация еще на годы вперед, и не будет ли у нас какая-то версия такого советского застоя здесь, какая, в принципе, она уже, ну, это самая очевидная просто историческая аналогия, которая сейчас приходит на ум, это вопрос открытый. Но мы знаем, чем Советский Союз кончился. И никакого другого здесь сценария Путин для России не оставляет. Тут я с вами согласен, но вопрос, настолько это все загнило, да? То есть Советский Союз, он гнил 70 лет, ну или много десятилетий, скажем так, потому что гражданскую войну гноением не назовешь. И вот я думаю, с результатами абсолютно согласен, вопрос, сколько это еще будет происходить, и насколько оппозиция сейчас обезглавлена без Навального, потому что все-таки он сидит, у него связи нету непосредственной, настолько он из тюрьмы может руководить. С одной стороны, там мученик мучеником, а управлять-то тоже надо, и он же голова, которая за всем этим стоит. Мне кажется, знаете, опыт и белорусских протестов в Гонконге, вот тоже в прошлом году, они показали, что в современном мире значение какого-то там вождя или лидера, который находится во главе протестующей толпы, протестующей, ну, толпа не очень хорошее слово в русском языке, да, но протестующих групп людей, значение лидера не так велико. Лидер, сейчас, наверное, мы можем говорить про то, что Навальный, по крайней мере, такой моральный лидер, оппонированию такому путинизму, в принципе, по всем фронтам, и по коррупционному, и по вопросу там судов, и по вопросу просто отсутствия у граждан России личной безопасности. Мне кажется, что Навальный существует как символ, и все остальное, в общем-то, его сторонники и те люди, которые им сочувствуют, они могут прекрасно делать самостоятельно. И я уверен, что, ну и даже в общем-то, эта мысль была, мне кажется, понятна и самому Навальному, когда он возвращался в Россию для того, чтобы увеличить ставки, да, в этой политической борьбе, потому что понятно, что если бы он не вернулся в Россию, то ничего бы из того, что сейчас происходит, не было бы еще длительное время. Настолько Запад делает достаточно, например, у Ильи Яшина была идея, чтобы в Германии парламент или правительство к
как бы выдвинула его на Нобелевскую премию, что юридически возможно. Я спрашивал пресс-секретаря Ангели Меркель лично, публично, она так ответила, как бы мне повежливее сказать, очень недоброжелательно, скажем просто так. Понятно, что словами это все осуждается, а шаги никакие не принимаются. И даже говорили, что именно немецкое правительство было одним из главных факторов, чтобы не принимались какие-то жесткие меры. То есть, с одной стороны, на словах говорят «ай-яй-яй» и «не надо», а на самом деле за кулисами предотвращают резкую реакцию и даже не говорят о приостановлении любимого проекта Путина «Северный поток». Почему Запад себя так ведет и настолько это для оппозиции в России печально? Я думаю, что действия Кремля все-таки рано или поздно европейскую дипломатию и американскую дипломатию поставят перед, и, наверное, уже поставили перед этим сложным выбором. Ну, по большому счету, им надо вводить личные санкции против Путина непосредственно, да, и в этой ситуации, ну, и это беспрецедентная мера, потому что никогда, я думаю, такого в человеческой истории в целом не было, когда все-таки руководитель мировой ядерной державы оказывался бы под запретом на, там, на, значит, на перемещение по миру и какие-то действия с финансового характера и так далее. Это просто понятно, что это такая последняя ставка, которую здесь Запад может сделать. Ну, повторю, да, мне кажется, Владимир Путин делает все, чтобы эта беспрецедентная мера рано или поздно была в отношении него принята. Мне при этом кажется, что все-таки... Ну, мяч, инициатива находится на стороне российского народа. Если российский народ не будет бороться за свои законные права, не будет усиливать оппонирование Путину и его сторонникам, то, в общем, на Запад надеяться совершенно бессмысленно. Ну, и что случится, если, что случится, как, грубо говоря, если не будет «Северного потока-2»? Но, разумеется, какие-то путинские друзья потеряют очень много денег. Что дальше случится? Дальше они соберутся на какой-нибудь закрытой даче и решат, как им эти деньги компенсировать. Я уверен, они люди талантливые в этом вопросе. Я уверен, они найдут способ из российских граждан, из самой страны вытащить те деньги, которые они потеряли в Европе. И я поэтому, ну, мне скорее в символическом смысле слова было бы приятно, если бы все-таки инфраструктурные проекты Кремля, они бы замораживались бы и сворачивались, да, потому что это хоть какое-то зримое возмездие за очевидное беззаконие, которое здесь творится. С другой стороны, я понимаю, что нам от этого лучше не будет, и более того, там судьба нашей страны, она в наших руках, а не в руках западной дипломатии. Я тут полностью согласен, потому что вы говорили, что, может, там чашка терпения переполнена на Западе, но напоминаю, что был убит Александр Литвиненко ядерным ядом в центре Лондона. Было покушение на Скрипалей. Было тут несколько километров отсюда покушение, убили чечена, гражданина Грузии тут в центре Берлина. И никакой резкой реакции, которая действительно была бы больно для Путина, не было. Да? И на этом фоне то, что сейчас они творят внутри своей страны, для наших руководителей куда меньше вызов, чем когда на их носу буквально это делают. И, увы, я об этом очень жалею, это осуждаю. Я действительно боюсь, что со стороны Запада русскому народу тут нечего ожидать. И, увы, да, наши... Да, пожалуйста. Я с вами здесь не соглашусь. Я, может быть, не так пристально следил за событиями конца 90-х, начала нулевых. Я был молодым человеком в этот момент времени, учился в университете. Но у меня есть такая интуиция, что скорее тогда это воспринималось как, ну, знаете, какие-то действия каких-то агентов Кремля в серой зоне. Там, то ли доказано, то ли не доказано. То ли доказано хорошо, да. Напрямую интересы Запада тогда не затрагивало. И было понятно, что... И тогда еще, напомню, у самого Путина была довольно прозападная риторика о том, что мы строим нормальное европейское государство, просто вот, ну, у нас такой низкий старт, и мы к этому идем там через Чеченскую войну, выход из нее и преодолеваем какие-то постсоветские трудности, да. То есть тогда, ну, в то же время, когда вот происходили события с Литвиненко, да, там чуть раньше,
Путин читал какую-нибудь блестящую речь в немецком парламенте о том, как он выступает за проевропейские Ну, выборы. там 5 лет разница все-таки. Да, ну да, 5 лет разницы, но это такая одна эпоха, да, нам Ну тяжело да, сейчас. эпоха, да. Да, сейчас совершенно другая эпоха. Сейчас был Крым, сейчас был Донбасс. Сейчас есть связь между отравлениями за пределами Российской Федерации и отравлениями внутри Российской Федерации. Сейчас есть понимание, что огромная часть российского общества, ну, может быть, ее можно так консервативно оценить, в четверть российских граждан, они поддерживают Алексея Навального, ну, или, по крайней мере, оппонируют в этом вопросе Путину. И это означает, что, ну, как бы Запад находится в гораздо более, перед гораздо более очевидным выбором, чем в нулевые годы, когда была просто совершенно другая политическая динамика. Так будем надеяться, что я ошибаюсь, и вы правы. На этой оптимистичной ноте вынужден попрощаться. Напоминаю, с нами на связи в Москве был Кирилл Мартынов, сотрудник, журналист «Новой газеты». Спасибо огромное. Спасибо. И еще не попрощайтесь с нами. Я сначала попрощусь со зрителями. Спасибо, что вы были с нами, что вы смотрели снова передачу по-русски с немецким акцентом. Смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов. Или, если пропустили, смотрите на сайтах телеканала. Спасибо, до свидания. Nach вам dies, la revedere, до побачення, auf Wiedersehen, tschüss, ciao.